38-летняя Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Телеведущая приняла дерзкую позу для снимка на отдыхе. Супруга Константина Богомолова похвасталась поклонникам тем, как проводит время на курорте. Звезда загорает вместе с сыном на пляже, много купается и устраивает фотосессии. Сегодня Собчак показала необычный образ на отдыхе. Ксения снялась в шелковом зеленом платье свободного кроя на пляже. Наряд был украшен тканевой драпировкой на груди и манжетах. Ксения предстала в кадре в драгоценностях. На шее Собчак было надето яркое колье, а на ее пальцах красовались золотые кольца. В качестве аксессуаров бывшая ведущая «Дома-2» выбрала солнечные очки. Блондинка приняла модельную позу. Она поставила руку на бок и поджала губы. Собчак похвасталась особенностями своей внешности. «Немного покривляться – дело святое. А еще я считаю, что у меня красивые руки. Извините», – иронично отметила Ксения. Поклонники Ксении напомнили, что накануне она потроллила отдыхающих. Собчак говорила о том, что каждая девушка постит снимки с пляжа и выставляет видео под душем. «Вы противоречите сами себе, то хейтите типичных представителей женской половины человечества, то сами выставляете такие же кадры, только посмеялись над вашей иронией с душем. И вот вам, здрасте», — написали фолловеры. Ранее Собчак стыдливо позировала у бассейна на Мальдивах. Телеведущая сравнила себя с Джиджи Хадид.